М10-ходовки. Гамбит Мура. Последняя 10-ходовка. Ответственно заявляем. Я заявляю. В этом году. А что значит уже поздно? Надо первым ходом так играть. Он прав. Что ты делаешь? О боже. Гамбит. Какой гамбит? Спокойненько свалим. И все, и надо Е5. Давай, давай, Е5, да, все, быстрее только. Напали на пешку. Никто на нее не напал, защищена. А, ну да. Ну, конечно, тогда мы ее отдадим. Пойди аж ты, значит. Блин, 2.21 уже. Что такого-то? Че за тупая же? А. Не жертва вообще. Я не могу смотреть на это без слез. Почему? Отличная партия. Коня на d5. Ну и все, вот он убежал за тебя. Куда он убежал? 2-0. Да, с ним не живешь. Давай конь f6 накидывай уже. Рано. Нормально. Накидывай. Не чувствуешь ты момент. Пора конь f6. Нет, еще рано. Я тебе точно говорю, пора конь f6. Точно говорю, что не время. Ну, сначала тогда поставь слона на c1, а потом конь f6. Что сделай? Слона на c1. Зачем? А зачем тогда все пешки было отдавать? Чтоб слона на c1 ставить. Конь f6. Да он проигнорит сейчас, наверное, этого коня. Нет. Я тебе говорил, конь f6 работает. Нет, нужна обязательно была здесь ладья. По очень тонким причинам, они непонятны, не посвящены. Ну слушай, так нагло же нельзя играть в шахматы. Почему можно? Не завешивай фигуру. Вот он сейчас пойдет. Король h8. Подскажи мне, как он имеет, я пойду всех за h5 все равно. Да. Ну, конь f5 ход-то единственный. Ну и что? Конь h5. Ой. Ферзь h5. Ферзь h5, h6, смотри. Стоп, а нет удара с конь e6? Нет, нет, не пугай меня. А то я дернусь и пойду не туда. Конь e6 туда. Да нет никакого конь e6, что за бред? Так мы же ферзя поставим на g4. И что будет после этого? Мат дадим. Кем и кому, как? Конь e6, de, ферзь g4, мат. Король h8. Мат. А, конь стоит же. Ладно. Так, а короче, почему сейчас на f5 его не надо было не закинуть? Что после h6 я не нашел продолжения. Надо сначала с конем разобраться. Давай, конь e6 красиво. Хода конь e6 нет вообще никакого смысла этой позиции, ты понимаешь? Кроме отдачи коня и как бы... Усиление позиции короля соперника, и в общем... У тебя последний ход. Да мат уже, все, какой ход? Вот это яростная атака Петрова. Яростная защита твоих комментариев, скорее. Что думать-то? Ищет защиту. Может, когда здесь найдется защита левая? Чисто компьютерная, не знаю. Например? Так по виду, что не вижу потом. Может и нет. А да. Да похоже, что ничего нет. Что? Ферзь b2? Ферзь b2, ферзь а, h7. Там наш 7, да, мат? Ну, на g7 мат еще. На g7 не будет мат, потому что он побьет на f6. Ну, да, хорошо, ну можно ферзя в крайнем случае побить. Ну, или мат на h7 дать. Да. Ого, держи. Да. Пешку-то оставь. Победа. Давай попытаемся выпендриться. Пожертвовать ладью? Какой фигурой я должен дать мат? Слоном с b2. Сложная задача, потому что он всегда под боем. Ну хватит издеваться над соперником, все.
Не-не-не-не-не-не-не. На тех же 6 надо же было играть. Чё ты хотел сделать, покажи. Тех же 6. И чё? F7, шах, да. Ну да, прикольно. Всё, забудь. Всем спасибо за внимание.